Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет очень интересное и полезное, так как в нем я расскажу, как запретить доступ к сайтам с содержанием 18+, с содержанием для взрослых, с компьютера, с операционной системой Windows. То есть сделать так, чтобы с определенного компьютера нельзя было посещать сайты для взрослых, помеченные 18+ и так далее. Ну а прежде чем мы перейдем к настройке небольшой, которую нужно будет сделать, я хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Ну а теперь, не теряя времени, давай приступим. Все, что нам нужно сделать, это открыть браузер какой-нибудь, какой вы предпочитаете, и в поиске ввести английскими символами Open DNS. Нажимаем Enter, и нам нужно попасть на сайт www.opendns.com. Заходим, посещаем такой сайт. Так выглядит официальный сайт, который нам нужен. Далее нам нужно выбрать пункт Consumer и здесь нажать в этом месте Learn More. Нажимаем. Нам предлагается несколько вариантов DNS-сервиса бесплатных, два бесплатных и есть еще платные с расширенными возможностями. Нам для наших задач полностью подойдет первый DNS-сервис. Нажимаем Setup Guide. Еще раз вернусь назад. То есть вам нужно выбрать сервис, где написано Free. Либо этот, либо этот. Но здесь разница в том, что этот мы просто нажимаем. И далее я покажу, как установить. Здесь вам нужно будет еще зарегистрироваться на сайте. Этот бесплатный и этот бесплатный. Но здесь нужно будет зарегистрироваться на этом сайте, то есть произвести небольшую регистрацию. Но в дополнение вы получите функции настройки фильтрации, то есть некоторые сайты вы сможете добавлять в разрешенные. Но чтобы этим не заморачиваться, выбираем, к примеру, этот, и настройки будут автоматически. В любом случае, ищем именно, если вы через какое-то время посмотрите это видео, возможно, сайт как-то поменяется. В любом случае, вам нужно выбрать какой-то из вариантов, где написано Free. Выбираем этот вариант, нажимаем Setup Guide, переходим на страницу, и нам предложено два DNS-сервиса, которые мы должны ввести у нас на компьютере, вбить. А как это сделать, я сейчас покажу. Для этого мы в этом месте у вас показано тот интернет-соединение, к которому вы подключены. Запомните это название, это ваш интернет, к которому вы подключены. Далее, что нам нужно сделать? Нажать внизу «Центр управления сетями и общим доступом». Нажимаем. Далее здесь слева будет «Изменение параметров адаптера». Нажимаем. Из всего этого списка, который у вас есть, вам нужно выбрать то, которое, во-первых, горит зеленым, без крестиков, и то название, которое вы запомнили. Это та сеть, к которой вы подключены, то интернет-соединение. Далее нажимаем правой кнопкой мыши «Свойства». Появилось вот такое окно. Далее немного пролистываем, выбираем протокол интернет-версии TCP/IP версия 4. Левой кнопкой мыши выбрали. Далее правой кнопкой выбрали. Далее нажимаем «Свойства». Здесь ставим в пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов». Ставим и вводим наши значения, которые вы увидели здесь. Один и альтернативный. Вводим. Так. 208, 67, 220, 123. 208, 67.
Здесь у вас может выскочить такая ошибка, что недопустимое значение, когда мы вводили 67, укажите в диапазоне от 0 до 255. Тогда в данном случае нам нужно вводить не 67, как здесь указано, а 0,67. Вместо этого вводим 0,67. То есть обратите внимание, 208, 67, а здесь 208, 0,67. То есть добавляем 0, чтобы было 3 цифры. 208, 0,67, 222, 123. Внизу запоминаем вот этот. Запоминаем этот DNS-сервис. Сервер. Далее вводим 208, также 0,67, 220, 123. Так, я кое-что не сделал, сейчас, секунду. Пока я не применил настройки, хочу показать сразу. Так, перейдем к примеру на какой-нибудь сайт для взрослых. Один из известных. Нажимаем левую кнопку, заходим на сайт. Видим, что мы смогли зайти на сайт для взрослых. То есть запомнили, как выглядит. Теперь, когда мы включим, здесь применим настройки с новым DNS-сервисом, нажимаем ОК, закрыть, закрыть. Все, у нас настройки вступили в силу. Теперь попробуем сделать то же самое попробуем посетить сайт для взрослых. Так, пока получилось, можно попробовать переподключиться заново. Сейчас пытаемся после ввода настроек и применения их пытаемся зайти на сайт 18+ для взрослых. Как видите, страница недоступна. Давайте попробуем еще. Видите, не заходит на тот сайт, на который мы смогли зайти до принятия настроек. Сейчас через другой поисковик пробую на тот же сайт. В общем, у вас будет либо так выглядеть страница, либо у меня в предыдущий раз, когда я пробовал, было высветилась информация о том, что настройками запрещено посещение сайта. В данном сейчас запрет выглядит таким образом. Итак, значит, еще раз вкратце. Заходим на сайт OpenDNS, Consumer, Learn More нажимаем. Далее выбираем какой-нибудь из free. Setup Guide, переписываем вот эти два на листок бумаги, либо запоминаем. Далее здесь вы запоминаем сеть, к которой вы подключены, где написано подключено центр управления сетями общим доступом, изменение параметров адаптера, выбираем то по имени, то соединение, которое вы зашли, правой кнопкой, потом левая кнопка мыши, сначала выбираем его, потом правая кнопка мыши, свойства. Далее TCP/IP 4, далее свойства. И далее здесь было вот так. Ставим сюда и вводим наши
DNS сервера. Нажимаем ОК потом. Еще раз ОК. И далее нам нужно будет, почему первый раз не получилось. Потому что после принятия этих настроек нам нужно либо нажать здесь отключиться и заново подключиться, либо просто перезагрузить компьютер. И все, после этого вы будете видеть вот такое при посещении сайтов для взрослых. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Ну и совсем классно будет, если нажмете колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Справа от кнопки подписаться колокольчик. На этом все. Всем пока.